Всем привет, вы на канале Темная Си Геймс, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Метро 2033, я почти вторая глава. Я во всем друзья желаю наиприятнейшего просмотра. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! Ну за кого напить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Темка, за тебя. Блин, ты что, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и будете за Артем. У нас на Колыме? За тебя. Заходите. Спиртяжка, что надо. Эх, ты, Жека-Жек, не обижайся. Все будет нормально. И ты станешь героем. Короче, спасибо. Мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. За Артема. О, спасибо. Маленькие друзья, спасибо вам за все. Я пошел. Спасибо, брателло. Благодаря тебе у меня сегодня тоже праздник. Ну, это отлично. Так, 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 так. Ух ты, что это было? Какие-то странные тени, чьи-то голоса, шепот, плач, неслышные до сих пор, продолжающие звучать в моей голове. Есть метротоннели, по которые ходят жуткие легенды, но я ничего подобного я прежде не слышал и, надеюсь, больше не услышу никогда. Нам несказанно повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Это я с тобой, Артемыч, полностью согласен. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Что ты сейчас сказал? Ну ладно. Так, 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 ключ, 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 ключик, не тот. Подожди, пацанчик, пожалуйста. Пока что подожди меня. Опа-па-па-па-па. Так, так, так. Что тут у нас? Ничего. Жалко. Здорово. Двигай. Да иду, я иду. Так. О! Еще книжки. Да что? Тут вообще, друзья, ничего. К сожалению, нету. Жалко. Так, а можно погасить, да? Хороший стрел. Ну чё, кто забьется, что он все мазанет? Я. А чё на кону? Да хоть не. Ну смотри, забей. Касаешь же явно. Угу. Видишь, попал же! Ну, раз дураку везет, еще попадет. Так интересно, если я все выбью, что будет? Что, обрыл? Опять попал? Не, ну вообще нет. Не извини, мужик, такая работа у нас. Устал. Это тут ему, он и всем попадет. Блин. Попал. Я же все сбил, да? Вот они! Ну ё-моё, слышь, блин. Видал, блин, ещё попал. Ты какой, а сейчас точно не занёт.
Так. Готов первать! Вот это я встрял! Ну вот, я молодец, друзья. Давайте, отдыхайте. Пошли. Так. Ладно, не будем, друзья, мы искать, наверное, с вами все заметки. Угу. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Спасибо. Мне она очень даже пригодится. Так, вторая заметка. Вот она и вторая заметка. Есть. А, уф, нифига себе. Много чего интересненького. Но, друзья, это мы не будем читать, по крайней мере, я точно. Вам, друзья, желаю приятного чтения. Так, тут ключей нету, ладненько. Так. Пацанчик, я иду к тебе. Ты Артём? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Ну да, пошли. Маленький, но ульдаленький. Идем. Идем. Да, все, идем. Потом без тебя. Давай, пульки, спасибо. Ой-ой-ой. Опа, еще пульки. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Как бы я еще пока не готов. Так, подожди меня. Твои же метя. Так, третья заметка. Вот она, чуть не пропустил. Тык-тык-тык-тык-тык, есть, друзья, нашел я все три заметки здесь. Молодец. Я согласен, Бурбон очень странный, но, как говорится, друзья, он очень даже прикольный. Вам он понравится. Паник, пойду я что-нибудь себе прикуплю, пока мы с Бурбоном не ушли. Так, к Снежане, друзья, мы не пойдем. Она считала, сука, обманет, друзья. Так, опа, ключик. Обманет нас, пизделей, как говорится. По-моему, что-то нам подсыпет, или ее чувак там, а сутенер, нам пиздели даст. Если я не ошибаюсь, все деньги заберут. Да подожди, блин, мне... Нет, еще не почесали, а. Не почесали. Самое страшное... Да ё-моё, как это? Почесали уже, да? Да нет, подожди. Так, сейчас я магазин хочу, магазин. Налетай, разбирай. О, теперь не нужны боезапасы. Любые пули, любые патроны по курсу ЦБ. Предложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Да-да. Что у тебя? У тебя не то, что мне нужно. Купить, нифига себе. Вот это возьми, пригодится. Многовато стоит у тебя, многовато. Острее не найдешь. Ноги можешь ими брить. И до пяти досчитать не успеешь. Спасибо. Нужны патроны? Да, нужны. Ну, нужны. Дробовик я буду использовать, то что да. Дробовичок. Но как в качок. Есть. Пока что у нас нормального оружия такого нет, так что не будем. Спасибо. Хорошая сделка. Согласен. Сделка охуенная. А у тебя получается тюнинга, да?
Но если у меня осталось, так, глушитель бы мне. 45. Многовато, многовато. Ляденько. Останемся пока без глушителя. Так и быть. Ну что не поделаешь. Потом найдем оружие с глушаком. К сожалению, у нас пока не хватает. Извини, чувачок. Нет у меня денежек. Нету. О, тут прохладно. Ладненько. Пошли, друзья, дальше. Сейчас я быстренько возьму ключик. Да, я иду, иду, иду. Вы правда прямо на корзине сюда приехали? Подожди. Видит ключика. Вау. Так, подожди. Я бы тоже хотел на ней покататься. Где? Отдайте один батончик. Это, конечно, хорошо. Так, где эта штучка-дрючка? Я пропускаю. А, ключик красненький. Вон он, ключик, блин, он здесь, вот он ключик. Слушай, почесали уже, да? Подожди, сейчас все будет. И теперь сейф, сейф. О, сейчас. Сейчас. Централ, ветер северный. Отлично. Этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Это да, я с тобой полностью Бурбон согласен. Так, все, погнали. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем. Спасибо, спасибо, Бурбон. Так, и будем делать. Что за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Спасибо. Мне даже очень советуют пригодиться в дальнейшем. Ух, ангелы сожгли его глаза. Ох, или демоны. Ё-моё. Только у меня в начале игры нет автомата, а? Только, конечно. Бегу. Бой-бой. Правда, на самом деле, прикольный персонаж. От земли, что ли, идёт? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Так, Бурбон, подожди, извини, мне нужно сюда исходить, это важно. Да нет, Бурбон, это правда, это не херня. Так, сохранёнка. Отлично. Так, берём. Какие мары с катапазы. Я ж один, друзья, пошел. Сейчас они начнут на меня нападать. Вонючки. Нападают там жестко. Какие друзья, как они выглядят, да? Маленькие, но зараза даленькие. Когти у них жесткие. Так. Вот. Так я могу... А, такое оружие менять. Мне тогда не годится. Тогда лучше с дробовиком пойдем. Ох, людям не повезло. Только, конечно, вас. Или бочки радиоактивные. Очень даже полезные. Офигенно. Так, а тут будет что-нибудь интересное? Так. Ой, блин, чуть не упал. Помню, один раз, как я тут лоханулся и упал. Ух, ничего веселого не было. Тупо меня с кикиморой сожрали. Ладненько, тут заметок не будет. Погнали.
Я бы, он даже рекомендовал бы, правда, сначала бы пошли бы все три части метрошки, книжки, а потом уже поиграть в игрушку, чтобы вы, друзья, полностью все понимали, как это сделал. Я бы это раньше сделал бы, но, как говорится, лень было, да и книги не было. Хотя мог, конечно, аудиокнигу послушать, но это не то, лучше самому почитать. Поверьте, тут намного интереснее. По своему опыту говорю. Тебе ничего не возьмешь. Жалко. Ладно, значит, походу боезапасы у меня полные. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри не за день банки. Окей, спасибо, Баба. Так. Эй, спасибо. Да уж, не повезло. Чернокам, не повезло. Сейчас, друзья, я за них отомщу, не переживайте. Сюкаться с ними я не буду, именно с этими бандитами. Да под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Ага, спасибо. Опачки, а это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Знаю, знаю. Так. Стекло аккуратненько. Вырубаем. Так-так. Тут было на это. Ух, получилось. А. Есть. Так-так. Тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Окей, согласен, давай. Не сдается наш гордый вовек. Пощады никто не желает. Парочку я повырубаю, и других я убью. Тут его нету. А сейчас подождем. Он сюда придет, друзья. Я где-то двоих, в общем, парочку людей повырубаю, а остальных уже поубиваю. Так, чувак, ты что сюда не идешь-то? А? Ну, чтобы, друзья, как говорится, патрончик поэкономить, а? Это у меня боезапасы не бесконечные. Так, ну ты долго будешь идти, а? Сопарил. Это, конечно, кляча. Пока дойдет. Так, ага. А, как это так? Как они нас увидели? Блин, ты что сделаешь? А? Ну ладно. Ладно, друзья. Ёб твою мать, так я, конечно, рассчитывал не совсем не так. Ну ладно. Так, 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 Дима, не спеши, как ты в теле учился стрелять, а? Это нужно будет у всех боезапасов пособирать. Ладно, я по-другому, конечно, планировал сначала, но... Ладно, всегда все, друзья, идёте по плану. Угу. Есть, чисто в бошку. Вроде бы всех убили. Вроде бы да. Так, ладненько, барабан. Я пока что у всех поизбираю. Припасики. Ты давай там. Пока, пока рауль. О. Спасибо. Бандидосы.
О, спасибо вам. Как говорится, жили. Так. Вроде бы. Блин, Бурбон молодец. Так, все. У нас есть даже с вами дробовичок, двухстволка. И есть пистолет. Отличненько. Ну что, пошли? Это не катит, да? Так. Двухстволки целиться нельзя. Только гасить. Прям в бошку. Есть. Лучше укольчик сделать, а? Так. Главное, друзья, не спешить. Как говорится, нам с вами спешить некуда. И есть. Да и как же кайф на метрошку играть. Вы просто не представляете. Класс. Скорее всего, друзья, уже вторую часть, третью летсплей я буду проходить в новом году. А так, скорее всего, ну, предполагаю. Ну, думаю, что да. Ну, может, начну в этом году вторую, но завершу в новом году. Ну чё, погнали. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне ещё жить охота. Окей, договорились. Подожди. Вот. Отличненько, классненько и очень интересненько. Так. Ага. Ух, ё-моё. О, друзья, бэт-пещера тут где-то неподалеку находится. Можно? Спасибо. Можно? Спасибочки. Так. Пошли. Так, тут у нас отстрелянные гильзы. Противогаз живо! Одеваю. Не хочу я, блин, потом остаться лысеньким. И без, так сказать, возбуждающей реакции. Давай. Ребята! Ух ты, сучи. Вот, ага. Ох ты, мать, твое рождение. Ты что корешь-то? Блин, не пугай меня, он реально напугал меня. Вот бурбон, а. Ну ты зараз такой, ба, меня и рожок. Я такой, твою медь. Не, я серьезно испугался. Неожиданно так было. Честно, пионерская. Так, меняем. Где вы? Где вы, ребятки? Где вы там будете? Ага. Опа-на. 15. Иди, откуда пришел. Туда, откуда пришел. Ага. Бежим. Так, тут мы... Ничего не найдем, к сожалению. Ладно. Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Где? А, ё-моё. Не-не, лучше пока смоюсь. Спасибо. Главное тебе спасибо. Не, сейчас против боевой дрезины сталкиваться, друзья, путь не хочется, потому что с пистолета этих козов, конечно, можно было бы убить. Наверное, но они бы нас убили бы, друзья. Тупо просто бы бабах, и я бы такой а-а-а, и все. Так, тут мы все собрали. Играть двустволку, друзья, в ближнем бою просто вообще эффективная вещь против различных тварюк. О, как вы сами, думаю, понимаете, что для моих друзей эффективен, офигенно в ближнем бою. Автомат эффективен на средней дистанции, пистолеты, как говорится, на средней дистанции. Для твою мне.
Видите, как они выглядят, да? Не, ну прикольно, прикольно. Их очень страшными сделали, а. Я для жизни, то есть я бы очень испугался бы и вообще умотал бы. Ну как, в общем, убежал бы. Так, пистолет с глушителем. Отлично, меняем. Видите, друзья, опа, у меня и пихалек с глушаком. Или не с глушителем. Или с этим удлинителем. То, что когда называется, забыл. Бежим, 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 бежим! Принять. Да, это я с тобой согласен. Очень даже. Так, спасибо. Спасибочки огромное. Боезапасы очень даже пригодятся. Ты противогаз пока не снимешь, да? Спасибочки. Так, заметку, заметку, заметку. И так, подожди. Есть. А с этой стороны ничего не будет. Есть, спасибо. Так, больше ничего нет. Да? Оника. Обрушение тоннеля, мать. И такая лестничка красивая рядом. Засада зугам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Идем, идем, я за тобой, как за каменной стеной. Или ты за мной, или мы за собой, еще не важно. Так, давайте, сукины дети, идите сюда. Идите. Я же тебя, я же это, блин, как бы... Твою меч. Пистолет с глушителем? Ну и качай, пошел, бога душу. Нет. Ладненько, пойду я поменяю пистолет. Пистолет. А это, походу, скорее всего, с набалдашником. Но имею в виду, усиливает, так сказать, урон пистолету. Я так предполагаю. Да? Походу, да. Да, тут нет другого пистолета. Да. Это именно удлинитель, а не глушитель. Ну, вы поняли, думаю. Так сказать, урон удваивает. Это даже нужная вещь. Так, так, так. Подожди, подожди, подожди. Есть. И... Спасибо. Все, пошли, пошли, пошли. Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зугам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Иду, иду. Так. Может, блин, без интерфейса? Ага. Нифига себе, твою же компот, пару раз и все сдох, а? Опа. Ну и качели, мать его, бога душу. Да, погнали, 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 погнали. Так, так, все, пошли. Прикольно, поднимается. Ладно, давай уже подыхать, это несерьезно. Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зугам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Окей, окей, за тобой так за тобой. Прицелиться можно, да? Ну
Серьёзно, ну как так? Твою мать, вообще хоть близко не подходи к ним, а? Ну, где опытный игрок? Ну, не девушка, но и то лучше. Ну и качели, мать его, бога душу. Да. Ебатский городовой, я сейчас понимаю. Ну что, идем? Он реально прикольно поднимается. Я бы Бобоня назвал бы друзья Мелки. А после друзья Медрюшки я, так сказать, когда читал третью часть Артел, встретился с Брокером, его звали Лёха. Вот, зовут. Как раз таки он Брокер, он похож на Брокера. Контрабандист, брокерский, что-то в этом духе. Так, нужно отсюда его. Пока два. Ух, их всего было четверо. Аллилуйя. Да ё-моё. Погодь. Тут заметочки нету, ладно. Так, а тут... Тоже её нету. О, тут нет. Тоже нет заметки. Жалко. Спасибо. Да, хотя бы все горит. Как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего. И двинем. Видели, у него потерялся, появился и снялся. Будет сделано. Ё-моё. Ого. Не-не-не, туда я не хочу. Не-не-не. Не вас. Тут нужно успеть полазить пока. Есть возможность. По-моему, успел. Давай, открывайся. Твоё скрывается. Мне что-то сердце ноет. Стрёмное это место. Помнишь нашу голову? Помню. Еще как помню. Ну давай. Автомат мне подаришь. Друзья, и Бурбон и погиб в оригинале в книге, когда мы были в туннеле. Голоса ему напишут, друзья напели, ведь пили черный. Голоса, друзья, ему голову напели, ну, всякой всячиной, и он умер. Что это мертв, за хрень? Голоса мертвых. Артем, ты слышал это? Песенки вот эти вот. Песни. Слаще Владимирского Централа, но страшно. Ага, я это слышал. Вонючка, иди отсюда. Только, друзья, он в книге не очень долго прожил, в игре он больше прожил. Пойдем ее.
У тебя, возможно, здесь нет. Угу. Так, спасибо, добрый человек. Я вниз, наверное, схожу, да? Можно? Думаю, можно. Спасибо. Так, так, так. Спасибо тебе. Да, уж слышу эти голоса. О, ё-моё. Ну вот и проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Договорились. Только подожди меня пока, папочка. Пока сыночек походит, погуляет и приключения на свою задницу поищет. И заодно различных всяких штучек и дрючек. Так, подождите, это куда? 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 А, все, все, все. Я правильно иду. Вот она, наша вторая заметочка. Всем желаю приятного чтения. Так, патроны у меня боезапасы полные. Отличненько, друзья, у нас, так сказать, тайный схрон, как вы поняли. Когда друзья будете проходить, может, друзья, вам эта штучка-дрючка, так сказать, с тайным схроном очень даже пригодится. Надеюсь, я вам помог. Есть. Опа-на. Отлично, просто охеренно. Друзья, мы с барабанщиком здесь держим оборону. И, друзья, завершим сегодняшнее прохождение. Так, не открывается, да? Не-не-не, ящик не открывается. Ладненько, спасибо. Так, идем. Капец, сколько много радиации, радиоактивной воды. Ужас. Я хотел бы, друзья, чтобы экранизировали, так сказать, по книгам Дмитрия Глуховского и по играм фильмы или сериалы по метро. Было бы очень классно. Только вот не знаю, кто будет Артемыча играть из наших русских. Кто бы подошел больше всего. И я не знаю, но именно, конечно, русский, разумеется. Потому что Артемыч что русский, ё-моё. А не какой-то там, а чупа-чупа-чуп. Люди, братва, в общем, нормальный чел. Откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Да и пока нам должны быть русские. Вот. Так-то мне, в принципе, был все равно, но канал есть канал. Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семён, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Ага, вижу, вижу. Да я вскипы. Нет, это не годится. Видите, друзья, бурбонный голос иногда меняется, я заметил это. Его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Договорились.
Петя! Ганза. Может быть, это обман зрения? Нет, это Бурбон, собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Вы пожаловали, друзья, на рынок. Думаю, на этом моменте мы нашу сегодняшнюю серию и завершим. Сейчас мы дойдем до них и завершим. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. И, друзья, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Увидимся, друзья, в новой серии. Очень-очень скоро.